Доброе утро! С вами рубрика «Двигайся» и я, Светлана Галиева. Если вы хотите принять участие в нашей передаче, пишите нам на нашу электронную почту или задавайте вопросы, как это сделала телезрительница Анастасия, 26 лет. «Как сесть на шпагат?» – пишет Анастасия. Какие упражнения нужно выполнять для того, чтобы была лучшая растяжка? И сейчас вместе с телезрительницей Аленой мы покажем вам комплекс упражнений. Для этого ложимся на коврик. Правая нога поднимается вверх, подтягиваем ногу, тянем к себе, тянем носок. Сейчас работает задняя поверхность бедра, подколенные связки. Раскрываемся. Правую ногу перехватываем правой рукой и тянем, смотрим на левую руку. Плечи при этом прижаты, таз не гуляет, вторая нога тоже не взлетает. Сейчас еще сильнее работает задняя поверхность бедра, подколенные связки, работает спина, сведены лопатки. Подтягиваем ногу к себе, перехватываем правую ногу левой рукой и уводим в сторону. При этом смотрим на правую руку. Плечи не гуляют, стараемся плечи прижать к коврику. Работают ноги. И поднимаем ногу вверх и снова тянем. То же самое мы будем повторять на левую ногу. Делайте это упражнение по утрам. Можно также сначала хорошо разогреться, сделать кардионагрузку. И тогда вы сможете сесть на шпагат. Когда садимся на шпагат, пробуем. Стараемся колени прижимать, тянуть носок. Таз у нас закрыт, не раскрываемся, стараемся как можно сильнее его развернуть вперед, сводим лопатки, чтобы наша осанка также была очень красивая. С вами была рубрика «Двигайся» и я, Светлана Галиева, а мне помогала Алена. До свидания!